Иногда люди описывают свое восприятие Бога через национализм. Но наша цель — не построить великую империю в Америке. Это не небеса. Однажды вы умрете и перейдете в вечность. Жизнь — это Христос, а смерть — это приобретение. Я живу не ради американской мечты, а ради мечты Царства. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Это проповедь для тех, кто когда-либо имел дело с сомнениями, или уходил от Бога, или у вас сейчас такое время, когда вы обижены и не уверены, верите ли вы во все эти места Писания и истории. Тогда это послание для вас. Сегодня я хочу поговорить о том, как справиться с сомнениями. Правда в том, что все мы сталкиваемся с сомнениями, но именно то, как вы справляетесь с сомнением, определяет, будут ли у вас шикарные, цветущие отношения с Иисусом, или же вы придете к еще большему замешательству, горечи и отступничеству. И мы видим сейчас в церкви много известных писателей, композиторов, певцов, которые говорят: «С меня хватит, я ухожу. Я больше не хочу во все это верить». И нам нужно знать, как отвечать на подобные заявления. Сразу же хочу сказать, если вас мучают какие-либо сомнения, помните, что вы не одни. Вы не единственный человек в церкви, у которого есть вопросы и сомнения. Если у вас есть Библия, то откройте Матфея, глава 11, стих 1. Да. Закончив давать наставления своим 12 ученикам, Иисус пошел учить и проповедовать в городах Галилеи. Когда Иоанн, находясь в темнице, напоминаю, он не всю жизнь сидел в тюрьме. Это случилось с ним совсем недавно. Он услышал о том, что делает Христос. Я хочу остановить на этом. У вас когда-либо было такое? Ваш прорыв все никак не наступает, но при этом вы слышите об успехах всех вокруг. Вы в Инстаграме и пытаетесь радоваться с ними, но вы думаете: «Я не буду лайкать. У них такой идеальный брак. У них есть дети, а у нас только был выкидыш, у него новая работа, а я только что потерял свою. Ее мама победила рак, а мой папа недавно умер от него». Вы наблюдаете за успехами и прорывами других людей, но при этом вы, как Иоанн Креститель, думаете: «Когда-то я был полностью уверен в христианстве, я был уверен в своих верованиях, но сейчас у меня есть вопросы». Сейчас у меня так называемая стадия демонтажа, и я хочу показать вам, что сделал Иоанн Креститель. Он собрал своих учеников, они с одной стороны, а он за решеткой. Они наклоняются поближе, чтобы узнать, что они могут сделать для него. И он говорит: «У меня есть сообщение для Иисуса. Я слышу об успехах, благословениях и прорывах других людей. У кого-то классный, кто-то исцелился, кто-то благословлен. Их бизнес процветает, но я в тюрьме. И у меня вопрос к Иисусу». И в третьем стихе он задает свой вопрос: «Ты ли тот, кто должен прийти, или нам ожидать кого-то другого?» То, что Иоанн Креститель спрашивает: «Ты ли Мессия?», это полное безумие, потому что он знал, что Иисус — Мессия. Очень легко верить в Бога, когда все идет по-вашему. Я же думаю, что вера начинается, когда в жизни путаница. Вера начинается, когда заканчивается понимание. Вера — это не просто верить в Иисуса. Когда все ваши молитвы отвечены, исцеляются все, за кого вы молитесь, все процветает, все идет по-вашему. Но настоящая, глубокая вера начинается тогда, когда заканчивается понимание. Иоанн был именно в таком состоянии, он спрашивал: «Ты ли Мессия?» Думаю, на самом деле он спрашивал: «Ты собираешься вытащить меня отсюда? Я знаю, что ты всех благословляешь, но ты будешь со мной?»
И он не знал, что вскоре ему отрубят голову. История Иоанна заканчивалась не очень красиво. Она заканчивалась мучительной смертью. Это прекрасно, если понимать, что его история стала свидетельством для церкви. Но он сам хотел выбраться из этой ситуации. «Ты Мессия» или «ждать нам кого-то другого». А в 4 стихе Иисус отвечает, «Подойдите и расскажите Иоанну, что вы видели и слышали». Что вы видели и слышали. Иисус пытался научить Иоанна, не основывая свою теологию и свою веру в Бога, на своем личном опыте. Если ты будешь жить так, то твоя вера будет, как американские горы, то в одно время ты будешь чувствовать, что Бог реален, а в другие дни будешь спрашивать, «Ты ли Мессия? Или мне стоит ждать кого-то другого?» Он говорит, «Бог, ты где? Ты нужен мне. Я чувствую себя брошенным. Ты вытянешь меня из этой ситуации?» Но при этом Давид постоянно напоминает себе, уповая на Господа. «Ребята, у вас все хорошо? Я хочу вам кое в чем признаться. Я проплакал все лето. Эта проповедь родилась из сострадания. Я общался с друзьями, которые начали сомневаться в Боге, в Писании, в небесах и аде, и во всем остальном. И я молился, «Господь, я хочу быть таким другим, который не отвергает людей, когда у них сомнения, а мотивирует их. Я был так благодарен, что люди хотя бы захотели поговорить со мной о своих вопросах. Я рад, что они были готовы открыться мне». Поймите, вы можете чувствовать себя здесь как дома, еще до того, как вы поверите. Приходите со своими сомнениями, со своими вопросами. Приходите такими, какими вы есть. И мы будем доносить вам истину с любовью. Мы будем любить вас даже посреди ваших сомнений. Именно так было у Иисуса с Фомой. «Фома, я люблю тебя. Я буду общаться с тобой на твоем уровне. У Бога есть особая благодать для волнующих вас вопросов. Но знаете, что я буду доносить вам истину? И вот я слышу все эти разговоры, и я даже стал засиживаться по ночам, думая, как мне донести это моим друзьям. И когда я думал об этом, то понял, что у меня все еще есть сомнения, и мне тоже нужно разобраться с ними. У меня чаще всего возникают сомнения, когда у меня слабая молитвенная жизнь». И сегодня у нас поклонение, выступающее за самовыражение. То есть наивысшая ступень успеха — это достичь всего, для чего вы были созданы. Все, что мне нужно в жизни — это я. Самое главное — это я. Чем круче я, тем больше у меня сил и тем больше потенциала. Я не против того, чтобы знать свои сильные и слабые стороны, но самореализация — это не самое главное. Что бы ни говорили все вокруг, самое главное в жизни — это реализация Бога. Осознайте, что есть Бог, который больше меня, и у Него есть абсолютная истина, по которой я могу жить. Именно это ведет к преуспеванию человечества. В Матфея 7 Иисус рассказал, что есть два способа построения жизни. Один строит веру, как дом на песке, и когда происходит шторм. Кстати, штормы будут как у хороших, так и у плохих людей. Люди часто отступают от веры, потому что они не могут понять, как добрый Бог может допустить, чтобы с хорошими людьми происходило что-то плохое. Почему Билли Джо Догерти умер от рака? Почему это произошло? Почему этот плохой человек прожил дольше, чем тот хороший? Почему этот грешник благословлен, а у этого праведника в жизни так много боли? И если вы не знаете, как справляться с этими вопросами, то это может кидать вас из стороны в сторону. Проблемы подобного рода мучили царя Соломона. Он был самым мудрым царем в истории. И он решил найти ответы на все эти вопросы. Это когда вы думаете, что у вас есть ответы на все вопросы,
Или вы хотите иметь все ответы? И вот Соломон начал искать во всем логику. Он всего себя посвятил знанию и открытию всех видов удовольствий. Он делал все, что ему хотелось, но при этом он все больше и больше погружался в депрессию. Он написал книгу, и в первой же главе книги он пишет: «Я получил все знания, отучился во всех университетах, у меня докторская степень во всем». А еще ни в чем себя не ограничил, и в итоге я перешел в полное замешательство. Это все бессмысленно. Если вы постоянно занимаетесь демонтажом, то в итоге это приводит к саморазрушению. Иногда демонтаж может быть полезен, когда вы демонтируете то, что не от Бога. Возможно, вы накопили какие-то традиции и убеждения, которые не из Библии. Если вы выросли в неблагополучной семье, то ваш Небесный Отец не такой. Поэтому вам нужно демонтировать эти неправильные представления, чтобы вы могли стать хорошим родителем и не передавать дальше то, что не от Бога. Иногда люди описывают свое восприятие Бога через национализм, но наша цель — не построить великую империю в Америке. Это не небеса. Однажды вы умрете и перейдете в вечность. Жизнь — это Христос, а смерть — это приобретение. Я живу не ради. Мой Спаситель — это не президент, а Иисус Христос. Я живу не ради американской мечты, а ради мечты Царства. Сейчас у нас наблюдается моральный релятивизм и мирской гуманизм. Что-то правильно для меня, что-то правильно для тебя. Но не навязывай мне то, что правильно для тебя. Я сам хочу определять, что правильно, а что нет. У нас обиженная совесть. Именно об этом Павел писал Тимофею. Вопросы были даже у Мартина Лютера. Поэтому вы не одиноки. А вы знали, что после откровения о благодати у Мартина Лютера все еще были сомнения? Однажды он написал в своем дневнике: «Больше 10 ночей я был, как никогда близок к вратам ада и смерти. Я дрожал. Для меня Христос был полностью потерян. Я дрожал от отчаяния. Я был близок к богохульству». Понимаете, у Мартина Лютера была депрессия. Но иногда мы не хотим говорить об этом. Просто расскажите мне о том, как Иисус Навин маршировал вокруг Иерихона. Когда я на этой неделе получил новую машину. Остановитесь. Вы превратили Бога в то, что полностью исполняет все ваши желания и задумки. Вам нужно построить свою жизнь на здравой доктрине. Богу важно не то, чтобы вы получили все, что хотите, но чтобы вы стали всем, кем Он создал вас быть. Он хочет спасти вас от самих. И в своих поисках Мартин Лютер тоже испытывал сомнения. Даже в ночь, когда он умер, он был искушаем на смертном одре. Он записал в своем дневнике: «Я сражаюсь с искушением». Чарльз Сперджин, один из величайших проповедников Слова Божьего, он проповедовал доступно и актуально, но у него тоже были сомнения и вопросы. Он сказал об этом в одной из своих проповедей. Когда человек говорит: «Я никогда не сомневаюсь», то нам пора усомневаться в нем. Нам пора сказать: «Бедняжка, кажется, ты совсем заблудился. Иначе ты бы увидел в себе столько проблем и столько славы в Христе». И тогда было бы стыдно. И ты бы сказал: «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Иногда мы смотрим на христиан в Инстаграме и думаем: «Жизнь этого пастора просто идеальна». А если говорят об этом, то в итоге они уходят в отступничество, потому что думают, что тут нет места честности. Он сказал: «Я вырос в законнической семье. Меня шлепали за любую мелочь. А если я посмотрел куда-то не туда, меня наказывали. Если я сказал что-то не то, меня наказывали. Меня так часто шлепали, что я стал бояться Бога. Поэтому я научился притворяться в церкви. И когда люди спрашивали, как у тебя дела, я отвечал: все супер. Я благословлен Отцом, Сыном и Святым Духом».
У меня все прекрасно. Слава Богу, я научился носить маску и притворяться, что все хорошо. Но при этом я скрывал свои грехи, свои проблемы и свои сомнения. Я боялся, что Бог навредит мне. У меня было такое представление. С одной стороны, Бог держал меня за руку, а с другой стороны, у него бита. И как только я ошибался, он был готов ударить меня по голове. Если мы воспринимаем Бога как плохого или злого, как того, что дает нам болезни, когда мы ошибаемся, как того, кто наказывает нас и не помогает нам, ваше восприятие Бога определяет то, каким вы будете родителем, каким вы будете мужем или женой, и останетесь ли вы в церкви. Характер Бога не изменился. Ему можно доверять, несмотря ни на что. Многие люди уходят из церкви. Их разочаровали, подвели. Их ожидания не были оправданы. В послушании больше свободы, чем в жизни без каких-либо ограничений. Больше свободы в границах, чем когда совсем нет границ, Бога или абсолютной истины. Сейчас у нас наблюдается моральный релятивизм и мирской гуманизм. Что-то правильно для меня, что-то правильно для тебя. Но не навязывай мне то, что правильно для тебя. Я сам хочу определять, что правильно, а что нет. У нас обиженная совесть. Именно об этом Павел писал Тимофею в 1 Тимофею, глава 4, стих 1, зная, что в последнее время многие люди оставят свою веру. Их совесть будет сожжена. Они будут слушать все веяния и принимать все, что подходит их духовной диете. Они говорят: «Я возьму бургер, но салат не нужно». Если вам сложно это слышать, то простите. Во-первых, вы не одиноки. А во-вторых, это возможность построить вашу веру. Тимоти Келлер сказал: «Я считаю, что очень важно, чтобы каждый верующий боролся со своими сомнениями, чтобы прийти к сильной, органичной личной вере». Мне это очень понравилось. Я не хочу иметь веру, которая будет построена на коктейле моих родителей. Я не хочу иметь веру, которая подвязана к известному пастору или проповеднику. А вдруг эта знаменитость упадет или отойдет от Бога? Нет, я хочу иметь личную веру, построенную на Иисусе Христе. Итак, работа с сомнениями — это возможность укрепить мою веру. В-третьих, Бог не злится на вас. Когда Фома сказал: «Не поверю, пока не увижу», Иисус не пришел и не сказал: «Вон отсюда». Теперь в церкви с тобой никто не будет общаться. Нет, Иисус сказал: «Подойди поближе, подойди поближе». В нашей церкви мы не будем отвергать вас, если у вас будут вопросы или сомнения. Вы тут как дома. Вы можете быть здесь, даже если у вас есть вопросы. Тут для вас есть место и благодать, и мы поможем вам поверить. Мы поможем вам. Но не превозносите свои сомнения выше Слова Божьего. И я сомневаюсь за всех нас так же, как Павел молился во 2 Коринфянам, глава 11, стих 2. «Дорогая церковь, Бог ревнует». Нет, Он не завидует вам. Он желает иметь все ваше сердце, чтобы между вами и Богом больше не было идолов. Пусть ваш личный опыт не будет основанием для вашей веры. А также не поднимайте свои предпочтения для своей жизни выше того, что Бог приготовил для вас. Павел говорит: «Я хочу представить вас как церковь, которая полностью отдана своему мужу Иисусу, потому что он придет за невестой, которая полностью посвящена ему». Как же церковь должна реагировать на тех, у кого есть сомнения? Мы должны реагировать, как отец блудного сына. Отец блудного сына отпустил его. Он не пытался заставить его остаться. И в итоге сын вернулся. Но отец решил: «Я буду сидеть на крыльце и ждать тебя, потому что я знаю, что ты вернешься домой». Если у вас есть друг или родственник, который отошел от Бога, от веры или от Библии, или от веры в Иисуса, и в его чудеса,
то никогда не сдавайтесь, не переставайте молиться за него. Не переставайте ждать их на крыльце. Но некоторые люди превращаются в старшего брата из этой истории. Старший брат стал циничным по отношению к младшему брату. И когда младший брат вернулся, он сказал: «Я не пойду на этот праздник. Я так тяжело работал на тебя». Старший брат был зациклен на делах, а не на благодати. А отец ждал сына, который ушел из дома. И нам тоже нужно быть открытыми и всегда готовы принимать. Нам нужно перестать сторониться людей лишь только потому, что у них есть вопросы. Иногда мы любим их и готовы им помочь, иногда поддерживать. Расскажу вам, что было со мной, когда я был по другую сторону баррикад. Мой отец проповедовал очередную воскресную проповедь, и я сидел в зале в темноте. По одну сторону были тысячи людей, которые слышали его проповедь, и я видел их на экране. Я был по другую сторону, и там было темно. Я сидел в третьем ряду, а за кулисами стоял мой брат. И он видел меня. Он решил выйти и сесть рядом. Он спросил: «Что с тобой? Почему ты в темноте?» Мне было тогда 19, и я сказал: «Я даже не могу это слушать. Я больше не знаю, где я. Я не знаю, во что я верю. И я так рад, что мой брат не начал смеяться надо мной, и он не отвернулся от меня, что я еретик или лицемер. Он просто сидел рядом и слушал, что со мной происходит». Я сказал: «Один профессор пошатнул мою веру, и я уже не знаю, во что я верю. Я бы хотел ответить этому профессору, но я больше не знаю, во что мне верить». И он ответил: «Пол, а помнишь, когда мы были детьми, наш дом сгорел? И мы все должны были погибнуть. Я рад, что мы выжили. Но как же другие люди? А помнишь, когда мы поехали на Гаити, папа проповедовал на сцене, и женщина, которая была одержима демонами... Кстати, даже люди, которые не верят в церковь и не верят в Бога, верят в сверхъестественное. Самый прибыльный жанр в кино — это ужастики. Особенно на эту тему экзорцизма. Люди верят в демонов. Когда мы были на Гаити, там была одержимая женщина. Она бежала к сцене на всех парах. Это было безумие. Я видел, как отец сказал: «Во имя Иисуса, остановись». И она остановилась. Джон напоминал мне об этой истории. Он спросил, что это было. Я ответил: «Мне хочется верить, что это была сила Божья, но мне так сложно. А помнишь, ты молился за 70-летнюю женщину в Мексике? Потом ты рассказывал всей церкви, как ты молился за эту женщину, которая была слепой от рождения. Да, я помню, как молился за нее. И я ничего не выдумывал. Все это правда. Я молился за слепую от рождения женщину, и в 70 лет ее глаза открылись. И она начала видеть». И он сказал мне: «Пол, такие вещи происходят не просто так. Я люблю тебя, но этот путь вопросов и сомнений приведет тебя никуда. Даже если ты получишь все ответы, как это укрепит твою веру? Пол, мы должны верить даже тогда, когда мы не понимаем». Я ответил: «Я хочу, но мне нужна помощь. Джон, возможно, ты этого не помнишь, но ты повел меня в молитве. Надеюсь, эта проповедь вдохновила вас и напомнила вам, что Бог за вас. Бог хочет дать вам победу. Он не создал нас для жизни в поражении и разочаровании или с чувством, что мы постоянно не дотягиваем. Бог хочет, чтобы у вас была уверенность и мир. Бог хочет, чтобы вы жили в силе Святого Духа. А это любовь, радость, мир, терпение, доброта, самоконтроль. Бог не хочет, чтобы вы были подавлены своими обстоятельствами. Я не знаю, что вы сейчас проходите и что вы думаете о Боге, но вы должны знать, что Бог любит вас, Он за вас, Он добрый Бог, и Он не является автором проблем в вашей жизни. Бог хочет дать вам свободу. Он хочет укреплять вас и принести исцеление вашему сердцу, а также вашему разуму и вашему телу. И я приглашаю вас помолиться вместе со мной. Просто скажите: «Иисус, я весь твой. Я принимаю решение доверять тебе и полагаться на тебя.
Спасибо за то, что Ты даешь мне свободу во всех сферах моей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы произнесли эту молитву, то я хочу отпраздновать этот шаг вместе с вами. Это прекрасный шаг в хождении с Богом. А вот следующий шаг. Поддерживайте связь с нашим служением. Погрузитесь в Слово Божье и в молитву. Слушайте наши проповеди, которые доступны вам совершенно бесплатно на нашем сайте. Вы можете найти эту проповедь и многие другие. Они будут вдохновлять и подкреплять вас, и указывать вам путь, который Бог избрал для вас. И всем вам я хочу сказать, мы любим вас и верим, что ваши лучшие дни еще впереди.